Здравствуйте! Сегодня я приготовлю универсальную смесь для смазывания форм. Рекомендую подписаться на канал и включить уведомления, чтобы первыми получать сообщения о новых видео. Приятного просмотра! Формы сложной конфигурации очень трудно выстелить бумагой. Для этих целей есть смесь, которая идеально подходит для любой выпечки, не пригорает, легко отмывается от форм и не передает постороннего привкуса. Смесь состоит из равных частей растительного рафинированного масла, муки и жира, который становится мягким при комнатной температуре. Идеально подходит топленое масло, смалец или кокосовое масло. В емкости соединить все компоненты. Объем моего рамеки на 160 мл. Вы можете использовать любой нужный объем. Смешать миксером на минимальной скорости. Как только масса станет однородной, взбивать ее на максимуме 2-3 минуты, пока она не посветлеет. Переложить в чистую банку с крышкой и хранить в холодильнике несколько месяцев. Смесь можно заморозить без потери свойств. Для шоколадной выпечки часть муки лучше всего заменить какао-порошком. Смесь идеально подходит для выпекания при высоких температурах. У большинства бумаги для выпечки верхний предел 220 градусов Цельсия. Лист бумаги подходящего размера прижать к углам формы для четкого обозначения. Можно сделать отметки при помощи карандаша. Надрезать по диагонали или по короткой части до залома. Выстелить формы. Тайм-коды с выстиланием форм разной конфигурации оставлю под видео и в первом закрепленном комментарии. При помощи бумаги можно легко извлечь выпечку из неразъемных форм. Использование бумаги продлевает срок службы форм. У разъемных форм сначала выстилается дно, а затем вдоль борта прокладывается лента из бумаги. Для воздушной выпечки типа бисквита рекомендую прикреплять полоски на растительное масло. Неразъемные круглые формы выстилают по дну кругом из бумаги нужного диаметра. А вдоль борта прокладывают полоски из бумаги. Сохраняйте это видео, и пусть ваша выпечка будет всегда удачной. С вами была Ирина Подолян на канале «Приятного аппетита».